Всем привет, ребят! Сегодня мы на аккаунте Паши с ником Пушистик. Думаю, вы помните этот очаровательный аккаунт. Читерный, я бы даже так сказал. Находится он в гильдии авантюриста. Первые, вторые места. Босс 5, 20.00. Босс 4, 20.30. Пропуск БГКИК. Вступление через телегу гильдии авантюрист. Кидайте заявочки, вступайте. Но мы сейчас посмотрим на его инбобочку. Так. Ничего себе. Вот это он жестко их прокачал. 1.10 это имба. Еще четвертый просвет. Так. Хорошо. Смотрим, что нам надо. Ну, тут практически все есть. Рахатки нету. И бугимена. Вот это печально. Сейчас мы рогатку по-любому выбьем. Так. Ну, у нас задача словить нового героя, Бугимена. Читер Вольте на складе. Словить Буги и словить рогатку. Рогатки тоже я не вижу. Так, а ну-ка, что у нас тут поменялось? Ну, баталанты стоят. Махатма. В общем, все отлично. С талантиками. Так. Даже огник есть. Фига себе. На 600к доната 2 вохника, это вообще читерство. Так, ну окей, поехали. Сегодня такой вот Коля. Вы, в принципе, его уже видели. Удивило меня, что у нас хотя бы сделали. Конечно, маловато дают сумму от питомца. Ну, седьмое, это эмблему раскола вцепили. Это, конечно, что-то нечто. Ну, поехали собирать слизней. Так, тыковку мы уже выбили, коробочка одна есть. Так, фея, ну фея это не в счет, череп. Сноузила. Ну, фараон. Так, ну. Ну. Да что такое? Короче, одни купидоны падают. Пора, походу, идти в рейд. РТшка. Да, печальненько, печальненько. Так, ну, за 20к 5 штук, это, конечно, как у меня, в принципе, где-то получается. Ща мы. Смотрите, как они фигачат вторые эволюции. Просто какие-то жесткие. Ничего себе, они дамажат. Так, окей. Поехали дальше. Надеемся на удачу. Конечно, выбить что-то недостающее нереально. Ведьма. Стрелок. Ну, стрелок уже падает, как обычный герой. Это жесть какая-то, что творится. Жизнь, боль.
Да, Паш. Ну, я думаю. Четырнадцать. Фиг его знает, вообще что-то печально все. Добрый вечер, Валентина. Ну, дашь или нет? Наверное, не даст паладин. Блин, столько тыков уже выпало. Ну. Дракос. Вот так вот, ребят. К сожалению, наш бюджет ограничен. Ну, забрали слизни. Говорю, слизни забрали. Забрали 10к кулаков. Коробочку и выживание. Но дальше смысла сливать нету. Проще купить будет героя, когда он будет. А самики потратить лучше на прокачку героя. Так, а ну-ка, интересно. Это неплохо, пакт. Прайм руны. Тоже бог войны упал. Это уже как-то стабильно. Так. Ну что, попробуем одну коробочку откроем. А вдруг попрет? В общем, вот так вот. Не твой сегодня день, читерный роллинг не удался, но... Ну и талантик выбили, и на этом хорошо, правда, с такими героями, блин, что-то выбивать, это то равносильно, что у меня на аккаунте ролить недостающего героя, когда у тебя целый склад забит, и тебе ничего не надо. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, ставьте лайк. Всем удачи, всем пока.